Внимание! Данный фильм содержит устаревшие представления о крепостном праве, показывая его как нечто среднее между фестивалем «Дикая мята», экскурсией на экоферму и романом «50 оттенков серого». В общем, стандартный райдер Охлобыстина. Блять, в руке твои, государь! При поддержке Beeline Gaming. В стране, где придумали показывать летние блокбастеры зимой. Чего вы ждете? Лето! Ну давай. В очередной Новый год мы выбирали между спасением и вторжением, но в итоге предпочли унижение. В результате фильм буквально взорвал новогодний прокат, или, как бы сказали в СМИ, произошел хлопок. Хлоп! Честный трейлер. Хлап-хлап-хлап. Встречайте абсолютно отвратительного главного героя, ведь он любит легкий секс и разбрасывается деньгами. То есть делает все, чему учат русские рэперы. Естественно, это бесит его отца-олигарха, который тоже любит легкий секс. У нас просто секс. И разбрасывается деньгами. Ты знаешь, сколько я бабок теряю каждый день? К перевоспитанию сына батя подключает известного эксперта по перевоспитанию сыновей. Много разнообразных эффектных ментов. Что, сынок? Убежать решил. Который организовал странную секту на закрытой территории, где актеры под прицелами камер косплеят людей из прошлого. Это реальность. Да, где-то мы это видели. Да! От создателей фильма «Последний богатырь», в котором герой переносился из современности в сказочный мир, встречайте новый фильм, в котором герой переносится из современности, где в клубе играет ламбада. Какой это год? В глянцевую деревню из рекламы йогурта, во времена, когда продукты были без ГМО. Мясо-ги. А комедии без гагов. Да, это совсем не смешно. И в первые минуты он ведет себя как Нео в «Матрице». Не трогайте! Отвяжитесь! Он синий из вашей тусовки! Только в нашей версии обе таблетки сожрал Морфеус. Понимаешь, о чем я говорю? Откройте для себя российское кино, которое честно и без прикрас рассказывает о том, как делают российское кино. Все расслабились. Импровизация минимум. Ну что, романтическая обстановка, свет как в морфе. Ты понимаешь, что ничего не происходит? Временами полное ощущение, что смотришь фильм с батей. Вкусный много. Да у нас уже будут изменения, исправления. Вооруженным полным арсеналом диванной критики. Он не меняется! Поразитесь, как в самые короткие сроки кто-то смог организовать аутентичную массовку. А мне не надо, я не актриса. Реалистичные декорации и убедительный сценарий. Включается к чужим проблемам. Ведь главный герой верит. Я понял, я в прошлом. А не, просто он сказочный долбоящер. Это же цветное кино. У вас тут по-любому только черно-белое показывают. Он тупой. Или, говоря на сказочном, Иванушка-дурачок. Это сраная сказка. Режиссер Клим Шипенко, обожающий кормить своих героев супом. Кушай, Григорий. Накормит флешбеками о том, как родители лет в 10 таскали вас с собой на дачу. Занято! Но, как и в случае с «Ветрянкой», лучше перетерпеть это в детстве или от экранизации текста к экранизации домостроя. Девушкам ноги не брить, мужчинам не бриться. Про любовь, про семейные ценности. В общем, тот случай, когда сербский актер приехал сниматься в Россию. Ты по-русски говоришь, я не пойму ни черта. А тут тоже... Высечь, паршивца! Сербский фильм. Это не то, что вы подумали. Версия 12+. Это новый жанр, Милош. Приготовьтесь к русскому фильму о взрослении. Жанру, в котором сняты такие шедевры, как «Отрочество», «Выпускник» и «Общество мертвых поэтов». Только здесь вся мудрость и терапевтический эффект сводятся к двум принципам. В армию тебе надо и бабу тебе это надо. Это он все осознал, что ли? То есть такой парк юрского периода, но вместо динозавров... 20 плетей. Да исторические представления о психологии. Казалось бы, при чем здесь Нолан? Слишком долго полагались на всякие теории. Любовь — это сила. Но больше всего удивляет не паранормальная сила, помешавшая пролетать самолетом над этой деревней. Боже правый. Что это такое? А сила сеттинга «Богатые тоже плачут», обогатившая продюсеров на рекордные 3 миллиарда. Мы так богаты. Плюс 3 секретных ингредиента, привлекшие даже тех, кто последний раз ходил в кино еще на прошлый фильм про холопов и путешествие во времени. Ну все холоп да холоп. Постер в лучших традициях группы «Балаган Лимитед». Народ! И пол! Ставка с Малаховым, если на сеансе вдруг возникнет ломка по телеку. Это звучит ужасно. Ну и должны же люди без Spotify где-то слушать новые песни группы «Ума Турман». Ёлки-волки, грибы, бубайка. Это что, фильм с Умой Турман? В ролях! Давайте пошумим! Милош Биткоин и его график падения. Он упал. Александра Бортич в роли хозяйки исконно русских френдзон. Я не пойду за тебя. Сразу предупреждаю, у меня палка сбросила. Иван Охлобыстин, прокачавший свой даунхаус. Буэнос диас, голодран. За масштабы деревни дураков. Ой, дурак. Я еще и дебил. И сам ты дебил. Медведь в комплекте. Потому что нельзя в русском кино без медведя. А также многочисленные приветы «Игре престолов» в виде кофейных стаканчиков, драконов. Не, он прав, нужен какой-то дракон. И, конечно... Инцест! Прекрасно! А уж это я умею. Наезды в духе Джанго Раскрепощенный. Немедленно прекратите.
проходить? И развязка в духе другого режиссера наша. А откуда вы взялись? Мужик, где мы? В русской народной версии шоу Трумана. Да скажи же что-нибудь, черт подери. Как в этом фильме? С русским народным киберпанком. Что это? Такая же дрянь, только в другом веке. Русскими народными панцушотами. Зачетные друзья. Ты что труселями-то светишь? И история о том, как легко стать попаданцем, выехав за пределы Дефолт-Сити. Димка, какой он? Мир дикого замкада. Кстати, знаете, как в фильмах по реальным историям в конце показывают реальный прототип главного героя? И он обычно менее голливудский. В смысле? Походу, здесь в роли версии курильщика Рома Желудь. Где мой телефон? И напоследок лайфхак. Если вы все-таки застряли на даче с компом уровня 19 века, чтобы развлечь себя, вам понадобится только... Интернет. И облачный игровой сервис Beeline Gaming. Класс. И рубашки не нужны. Благодаря технологии NVIDIA GeForce Now вы сможете кромсать драконов даже на самой слабой машине. Игры запускаются на удаленном сервисе с мощными видеокартами, а сервер выполняет ваши команды и стримит игры на комп. Компьютер. Готов. На сайте Gaming Beeline.ru собрано более 550 игр, и каталог постоянно растет. Хиты и новинки, платные и бесплатные. И, кстати, игры, приобретенные в сторах типа Steam или Epic, повторно приобретать не нужно. Достаточно войти в лончере в учетную запись из того стора, где была куплена игра. Летите по ссылке в описании, и по промокоду SuperVHS вы получите скидку 10% на первый месяц премиум. Beeline Gaming. Играй на максималках, даже не на самом барском железе. Города это пиздец, страшнее только деревни. Дай, брат, дай! Чем ты ближе к земле? Как можно спать на земле?